Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение дня. Комплект для сна верблюд. Бестселлер телеканала Chef & Show. Каждое появление – это всегда настоящий ажиотаж. Потому что с таким комплектом мы начинаем относиться к качеству своего сна совершенно по-другому. У нас целый набор. Это и подушка, и одеяло. Самая маленькая подушка – это 50 на 70. Есть подушка большая, как облачко. Это 70 на 70. Одеяло в размере 1,5-спальное, 2-спальное и евро. Минимальная комплектация. Подушка 50 на 70 и 1,5-спальное одеяло. Цена сегодня просто невероятная, подарочная, 999 рублей. У нас 6 модификаций, поэтому каждый сегодня выберет для своего спального места. Но каждый выберет свой крепкий и здоровый сон, потому что и в подушках, и в одеялах, и это является отличительной особенностью нашего комплекта, находится натуральная верблюжья шерсть. Так, давай об этом поподробнее. Многие скажут, лето впереди, жара, а вы предлагаете спальные принадлежности с верблюжьей шерстью. Именно хороша она к сезону, к весенне-летнему. Объясню, почему. Верблюжья шерсть обладает полыми, волокнами. Они обладают очень хорошей теплопроводностью. А это значит, прекрасно регулирует теплообмен, то есть свойства терморегуляции. Нет жары, нет холода, есть приятное, комфортное, сухое тепло, когда мы спим под таким одеялом. Вот это очень важно. Ну и, Аришенька, сезон какой у нас с вами? Пыльный. Да. А верблюжья шерсть обладает свойством антистатичности, отталкивает пыль, и вы уверены за ваше здоровье. Ой, вы только посмотрите, какой красивый даже дизайн у комплекта. Нежные оттенки, как в природе, да, вот напоминает шерсть верблюда. Одеяло легкое, тонкое, воздушное, но при этом дает вес, потому что совсем без одеяла я лично не люблю Конечно. Спать. Мне хочется всегда с комфортом. Если вы выбираете свой крепкий сон, если вам важно, чтобы в постели вы отдыхали и успевали восстанавливаться с ночи до утра, обращайте внимание на то, на каких комплектах вы спите. Что я еще отметила? Юль, были майские праздники, ездила к родителям на дачу и увидела, настоящий парад. Все заборы в подушках и одеялах. Дачный сезон открываем, выносим весь текстиль выветривать. Я на все это посмотрела, увидела у своих родителей подушку, свою ровесницу практически, и подумала, хватит быть коробочками из произведения Гоголя, хватит все копить. Современный текстиль создан для удобства, пора его себе выбирать. А старый убираем, все, навсегда. Старые выбрасываем, выкидываем, потому что то, что сейчас Ариша рассказала, вот эти старые способы ухода уже канули в лету, и там уже собралось столько микробов в этих одеялах и подушках. Запах уйдет, а все остальное остается. И сырость часто скапливается, поэтому выбрасываем старые пуховые, перьевые или, не дай бог, еще ватные одеяла, выбираем облегченное, комфортное, всесезонное одеяло. Сейчас к лету идеально то, что оно всего сантиметр толщиной, но при этом дает комфортный и здоровый сон, потому что внутри натуральная верблюжья шерсть. Что еще хорошо в ней, Ариша? Вот, давайте с этим разбираться, что часто мы же помним, пояса привязываем, ложимся, например, на какие-то платочки из шерсти. А чем хорош комплект для сна, когда вот с ночи до самого утра? А вот смотрите, одинаковый наполнитель в одеялах и подушках, значит, соответственно, одинаковый температурный режим, одинаковый гигиенический режим. Тепло с первого прикосновения, но нет перегрева. Еще один момент, который важен для здоровья. Видите, какого цвета верблюжья шерсть? Она не окрашивается, то есть не поддается окрашиванию. Ноль химии вообще. Плюс здесь содержится вещество, которое помогает нам быть здоровыми. Это природный животный воск ланолин. И свойства его переоценить невозможно. Давайте посмотрим, что же он умеет. Во-первых, нейтрализует бактерии. Во-вторых, при нагреве он помогает для кожи, он благотворное влияние оказывает на кожу. Вот мы видим с вами бактерии, которые разводятся в обычной какой-то шерсти или на вашем наполнителе, ватном, например. Или пуховом. А где верблюжья шерсть, смотрите, бактерии просто не живут. Ланолин нейтрализует, и его 50% остается. Поэтому выбирайте верблюжье одеяло, они идеальны к сезону. Вы уверены, что ваши спальные принадлежности действительно безопасны для вас и ваших близких? Да, может быть, с виду ваша подушка еще держит форму, но что скрывается внутри? Верблюжья шерсть дарит нам комфортный сон, обеспечивает необходимую поддержку, но и даже помогает, Юль, в самые сложные сезоны, в жаркое время, в межсезонье. Идеален этот комплект для, конечно, каждой спальни и для любого сезона. У нас 6 вариантов комплектации. Вы сегодня без своего крепкого сна из нашего эфира просто не уйдете. Подушки есть 50 на 70 евро размер, есть 70 на 70. Одеяло 1,5-спальное,
двухспальные евро. 6 модификаций комплекта. Вы можете выбрать тот вариант, который нужен именно вам. Но каждому из нас нужно правильно высыпаться. Потому что, Юль, вот если в постели что-то мешает, если сон какой-то, да, нервный, раздражительный, ну что, мы с утра встаем, ощущение, что вот как будто и не спали, сил не хватает, и настроения от этого нет. Давайте высыпаться и высыпаться правильно. И в этом поможет еще и подушки, которые входят в комплект для сна верблюд. Ариша, ложись, потому что, да, слов одних мало, нужно показать, насколько вам комфортно и удобно будет. Мы все проверяем в прямом эфире. Все проверяем в прямом эфире. Мы сразу что видим? Арина легла, и у нас ровненькая спинка, ничего не искривилось. Соответственно, не передавливается шея, кровоток не нарушен. Значит, никакого храпа, никакой головной боли, расслабляется все. И мы отдыхаем. Вот именно такие ортопедические свойства обеспечивает внутренний наполнитель, аналог лебяжьего пуха, который является основным наполнителем. А в подстежке еще и верблюжья шерсть, на которой мы ложимся, чтобы пылью не дышать. Помните, она антистатична. Идеальная подушка. И она входит в комплект для сна верблюд. Ой, каждому важно, чтобы постель была свежая, чистая. Ну и, конечно, подушка оказывала нужную поддержку во время сна. Потому что, Юль, ну положение головы, это правда хорошее самочувствие с утра. Если что-то, да, наполнитель как-то сбился в комочек, шея с утра болит, ощущение такого, да, вот, что все поламывает, ломота в костях начинается. Поэтому давайте сегодня относиться к спальным принадлежностям не просто как к необходимости, а как к своему комфорту. Это новое качество нашего сна. И по-новому спать получится, но только обязательно меняйте одновременно одеяло и подушки. Вот прекрасное сегодня решение, когда есть сразу все в одном комплекте, с одинаковыми наполнителями, с дышащим комфортным чехлом из микрофибры, со стежкой, в конце концов, которая помогает нам одеяло с подушками не на заборах вешать, а постирать. Приобретайте для всей семьи, это гипоаллергенный наполнитель, верблюжья шерсть абсолютно по-другому сейчас обрабатывается. Как хорошо детишкам, вы всегда будете уверены за их здоровье. И уверены за чистоту в своем доме. Вспомните, раньше сушили, правда, да, на заборах, отдавали в химчистку, переплачивали. Комплект для сна верблюд можно постирать в стиральной машинке. А значит, свежесть, чистота спального места будет с вами круглый год. Нет ничего лучше того, когда мы с вами высыпаемся. Это время необходимо нашему организму для того, чтобы восстановиться, чтобы с утра хорошо себя чувствовать. А в летнее время и так хватает факторов раздражения, да, и жарко, и душно бывает. Так давайте это время проведем с огромным удовольствием. Успейте заказать для себя специальное предложение дня. Это самая выгодная покупка в течение всех суток и отличная возможность для первого заказа.